Рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале, посвященном гитарным эффектам и электронике. Сегодня мы с вами узнаем, что входит в комплектацию блока питания серии PowerMaster PM1000. Первое, что мы увидим, когда вскроем упаковку, это гарантийный вкладыш, на котором находится вся техническая информация. Дальше находится сам блок питания, выполненный в форм-факторе корпус вилка. Шнур должен быть аккуратно уложен и перевязан предохранительным креплением. Длина шнура колеблется в зависимости от модели от 60 см до 1 метра. На его конце находится разъем 5,5 на 2,1 мм. Полярность плюс снаружи, минус внутри. Основание шнура жестко закреплено в корпусе. На лицевой части блока питания нанесена вся техническая информация о вольтаже и напряжении. Ну что, самое время проверить блок питания в действии. Штепсель вилки рассчитан как под евророзетки, так и под стандартные розетки советского образца. Включаем и видим, что блок питания отлично справился с поставленной задачей.